Вот смотрите, очередь была 13,5 на начало, ну, на 1 января 2014 года, да, 8700 на 1 января 2015. То есть очередь сократилась за год на 4800 человек. При этом ввели мы в 2014 году 11300 мест. Но вот некоторая путаница возникает, ну и не только у непосвященных, но и даже у некоторых специалистов, не будем называть, мы с Ларисой Валентиновной вот работаем периодически, некоторые коллеги нам эти вопросы задают, нет понимания. В их понимании, что если ввели 11300 мест, значит и очередь должна сократиться именно на 11300 мест. Это не так. То есть вот мы ввели 11300 мест, очередь сократилась всего на 4800, потому что очередь не стоит на месте. У нас демография такая, что с каждым месяцем очередь увеличивается. Ну, арифметика примерно такая, вот общая картина по Ростовской области, чтобы совсем было понятно. Очередь за год увеличивается примерно на 30 тысяч. Из них 20 тысяч мы видим, потому что это те люди, которые внесены в базу данных «Электронный детский сад», которые зафиксировались, и мы видим, что эти дети у нас в очереди, и нужно для них предоставить места. Еще 10 тысяч – это те родители, которые по каким-то причинам в очередь не стали, да, ну, на начало года, но в течение года они приходят, ну, может быть, у мамы, мама не имела работы, появилась у него возможность трудоустроиться. Для того, чтобы выйти на работу, ребенка нужно отвезти в детский сад, она начинает писать заявление, становиться в эту очередь. Это значит, ну, 10 тысяч, понятно, что это примерно там, ну, за 12 месяцев, ну, примерно около 800 человек каждый месяц приходят и вновь в очередь становятся.